Но единственные издержки, конечно же, на рекурсию. Если очень большие массивы, рекурсия, она требует хранения вот этих всех границ левой правой части, не это все вот этим вызовом. Что же хранят? Все стек. Все стек может прибыть. Но есть вариация для рекурсивного алгоритма. То есть можно открыть создать рекурсию. Because for this, I kind of throw that away.